Кинешемский журналист Юрий Головин 4 ноября был жестоко избит. Все произошло в одном из кафе города Кинешме, где он отмечал день рождения знакомой. У корреспондента еженедельника 168 часов сломаны нос и челюсть, рассечена бровь. Врачи поставили диагноз сотрясение головного мозга. Сейчас Юрий Головин находится в Кинешемской больнице. Журналист не связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью и считает, что это случайность. Пошел в туалет, в дверь начались удары. То ли рукой, то ли ногой, довольно-таки сильно кто-то стучал. Я сразу открыл, там двое стоят. Один передо мной встал, такой, говорю, что стучишь? И начал уходить. И тут внезапно получил удар. Дальше очнулся весь в крови. Администрация кафе отказалась вызывать милицию, но рядом машина такси стояла. Таксист вызвал скорую и милицию. А тот, кто нападал, сел в машину без номеров и уехал.